Ну вот мы находимся в городе Шале, и вид из окна. Это Вовина, моего внука, комната. И с его окна, из его окна видно вот этот маленький, небольшой такой замок. Такое старинное тут какое-то здание. В общем, интересно очень. Ну вот такой вид из окна у ребенка в его комнате. Вот. Так интересно здесь. Так как бы перемешиваются старинные здания, перемешиваются с современными, то есть встроены в старинные дома, встроен современный абсолютно дом. В общем, так оригинально. Но они сейчас еще только перевозят вещи, а уже жить начнут через неделю. То есть пока только крупные вещи. Вот так вот немножечко сниму. У Вовы вот это вид комнаты. Вот так. Так вот. Классно, да, Вова? Тут игрушечки у Вовы, комнатка у Вовы. В общем, интересно довольно. А еще ты любишь играть в пинг-понг. Ой. А, тебе мама дала играть в пинг-понг. Это ухряда, это мои трубы. Молодец, мой мальчик. Ну, а вот здесь у нас вид из большой комнаты. Вид на, как бы получается, во двор. Там двор. Это большой-большой у нас. Здесь всегда тихо, да. Это, в общем-то... Так как это уже большой город, то на эту сторону окна хорошо выходят. Почему? Потому что здесь тихо. Здесь во двор, там для паркинг для машин, там вот его видно. Я уже не выхожу, потому что на балконе все закрыто. Вот это балкон такой, вот такой дом. Это солнечная сторона, да, у тебя? Солнечная сторона. То есть большой очень, довольно-таки. Сейчас я попробую снять балкон. Он вот такой большой. Там можно также пить кофе по утрам, когда тепло. Утром говорит жарко там, столько вечером. Ну вот так. Вот так. Там машины, там паркинг, ну машины. В общем, довольно-таки интересный дом. Так еще все у нас здесь. Нет, я тебя не снимаю. Я просто хочу показать, как это расположение, наверное. Дома, ну, простая. Моя дочка говорит, что простая квартира. Это вот бойлерная тут, ну, где будет стоять все, как сказать, машина стиральная. Довольно-таки просторная. Ну, вот. Так, покажу немножко дом. Это, как это называть, салон, да? Салон. Саш, ты так вот отойди, я сниму, если ты не хочешь. Нет, конечно, не хочу. Ну, конечно. Это вот так. Салон на салон у нас. Еще все так, естественно, не прибрано, потому что только идет перестановка всего. Это вот салон совмещен с кухней у нас. Вот здесь мы идем, заходим сюда. Это я уже показывала. Так, маленький здесь коридорчик. Здесь Вовина комната, я уже показывала также ее. А это комната их мамы. Вот так. Вот. Это комната мамы детей. Здесь еще все. Тут шкаф такой, но так не буду показывать, потому что здесь еще все. Все еще не прибрано. Все так еще, в общем-то. Небольшая комната, но, в общем, довольно-таки как спальня. Нормально это. Спальня мамы. Дальше что? Вот это вот. Значит, тут через коридор это. Угу. Это душевая. Вовочка, где включаю? Вот так. Вот, это душевая комната. Вот такая душевая комната. Здесь, значит, душ. Довольно-таки просторная. Это душ. Вот такой итальянский. И здесь ванна. Да, Вовочка мне подсказывает. Это шкафчик. Да, здесь вот шкафчик. Вот как, прям со шкафчиком ее сдавали. Это. Можно полотенце сушить. Ну и довольно-таки
просторная. И здесь ванная стоит. Тут как бы ванна совмещена. Вот так сделаем еще с этой стороны, снимем его. И душевая. Вот, очень просторная, очень-очень просторная квартира, на мой взгляд. Дальше мы идем вот так вот, не буду, потому что дочка не хочет сниматься. Проходим опять через вот эту, через салон. Здесь входная дверь, напротив входной двери шкаф. Вот шкаф напротив входной двери, и идет Кирина комната. И вот сюда Кирина комната с ванной, с душевой комнатой. Вот это вот душевая комната Кирочкина будет. Вот так. Вот душевая комната. И здесь у Киры душ. Тоже итальянский. Вот тоже итальянский душ. Я так быстренько снимаю, потому что, ну, в общем-то, тут еще нечего показывать особо. Ну и Кирина комната тоже, что свои вещи тут навалила. Вот. Ну, небольшая такая, ну, в общем, тоже просторненькая. Вот. Ну, правда, вид из окна не очень. Тут все дома везде. Ну, с другой стороны, тихое-тихое место. Вот так. Вот так. Вот так у нас. На этом заканчиваю. Потом еще что-нибудь расскажу. Может, город сниму. Ну вот. Мама, мы здесь. Вот это не вставляешь. Потому что мы попали в кадр. Вы не попали в кадр. Мы попали в кадр. Я вас затеру. Пошли мы в коридор. Тебе что? Я закручусь. Ты не выйдешь. Тебе что? А ну не ревьен пайси. Вот мы выходим в гараж. Гараж. Выходим в гараж. Мы на улице. Как раз сейчас дом снимем с другой стороны. Сейчас, секунду. Вот с этой стороны. Вот этот этаж. Наш верхний этаж. Вот так. Попали мы во двор. Вот решила снять немножко город шале. Вот мы здесь в центре города сейчас находимся. Такие узкие улочки. Вот. Сейчас вроде дождь тут собирается. Как вот здесь. Это центр города. Мы находимся в центре города. Центр Вильнюса. Это старый центр города, она говорит. Сакрекер. Ага. Центр города. Так, немножко шоли сниму. Тепрантрума на мурну от блю. Сак блю. Немножечко чуть-чуть поснимаю. Город шоли. Машин много. Сегодня у нас, в общем-то, воскресенье. Однажды мы сюда приедем. Я сюда приеду и поснимаю обязательно город. Погуляем по городу. Погуляю с вами по городу. И мы посмотрим наш вот этот город. Он не очень далеко от нас. Где-то 60 км расположен. От Люсона, города Люсон. Вообще интересный город. Это уже другой департамент, другой регион. Совершенно другой. А, я там видела бульвар Виктор Гюго. Вот. Город Шолен. Интересный город, мне нравится. Я вот смотрю, и мне нравится. Жем Бокус от Виль. Все серьез. Же не пан спаки ультра интересно. Вот продолжаю еще. Немножко еще поснимаю. Тут вон магнолия цветет. Видно было.
Тут автобусы ходят, автобусные остановки вон всякие. Вон магнолия. Не знаю, видно ее, не видно из окна. Вот магнолия. Тут тоже какие-то цветочки вон розовенькие цветут, тоже красиво. Слива, что ли, цветет. Не знаю. Такой город. Ну, на мой взгляд, очень даже неплохой город. Очень даже неплохой. Я даже не думала, что он такой интересный. Я его знала, но настолько хорошо я его, конечно, не знала. Мне нравится. Во всяком случае, мне этот город нравится. Саша, парк здесь тоже есть какой-то, да? Ну. Много парков. То есть красивые какие-то парки есть, да? Погулять. А ты еще мало знаешь. Вот такие дома. Да хочется как бы вам все показать. Я группу видел, даже не трогаю. Чтобы вам было интересно посмотреть. Вот здесь такой. Это уже выезжать начинаем. Уже подъезжаем. Тут, наверное, лицей. Лицей? Лицей. Вот тут есть несколько лицей. Здесь заправка, автозаправка. Вот. В общем, довольно-таки интересно, конечно, ничего не скажешь. Большой город — это большой город, естественно. Это уже тут недалеко Самюр город. Анже уже недалеко будет. Самюр плюс Прекил Анже. Да, Саш? А? Нет. А, Аланвер? Анже, а про Самюр? Конечно. А. Понятно. Ну вот мы выезжаем, короче говоря, уже. Аля-ля, connais quand même Greg, il connaît le secteur. Oui, il vient ici travailler, c'est ce qu'il m'expliquait. Même pour lui, ça va être mieux pour le boulot parce que il est plus centré, il va pouvoir se dispatcher un peu partout. Il est souvent là, alors il me dit j'ai une heure de route quand il faut rentrer. Mm-hmm. Alors que là, il va même pouvoir élargir son, son plan de vente, son portefeuille client. Немножко поснимала, хотя бы чтобы вы представление о этом городе имели. Вот частный сектор какой-то тоже идет. Квартиры и дома здесь, конечно, очень дорогие. От моря, конечно, он уже подальше будет. Но вон какие рампуа интересные во Франции. Большие. А, да, Анже, апре, Самюр. Ага. Вот индустриальная зона, мы въезжаем. Ну, в общем, на этом я заканчиваю видео, потому что сейчас уже город закончится. Ну, если будет, там ослики стоят, не знаю, видно их, нет. Если что, еще будет интересное что-нибудь сниму. Пока-пока. Спасибо за внимание.